Всем привет, дамы и господа. Вы смотрите канал Line TV, и с вами я, Герман Пермяков. Сегодня представляю вам в рубрике «Офшор» небольшое видео, небольшую презентацию о том же, как можно посетить 10 безопасных городов мира за гражданство, за инвестиции в 2018 году. Ну, если вы состоятельный человек и у вас, в общем-то, есть уже средства, которые позволяет вам перемещаться по всему миру, то, естественно, как бы это делать лучше через какие-либо гражданства. Через какие-то гражданства вторых или третьих стран, которые, ну, второе, третье гражданство, которое вам позволит абсолютно пребывать в тех или иных городах мира без каких-либо проблем. Без проблем с миграционными службами, с визами и так далее. Я в данной презентации вам изложу, какие страны, какие гражданства вам позволят пребывать в тех или иных городах. Но мы взяли рейтинг 10 городов, которые считаются вообще по праву наиболее безопасными для пребывания, для проживания, для экспатов, для жителей, для самих, для туристов. 10 городов по рейтингу. Причем один из них даже из страны бывшего СССР. Вот. И, так сказать, пребывание в этих городах, особенно для женщин, да, в одиночку, кто любит путешествовать в одиночку. Этот рейтинг проведен как раз, наверное, для вас. Хотя, в принципе, и для мужчин тоже может быть полезен. Вот. И как раз документы или гражданство, которое позволяет пребывать в этих городах абсолютно беспроблемно. Давайте посмотрим. Поехали. Решение легально оформить самое простое, быстрое и доступное гражданство за инвестиции в 2018 году позволит русским, белорусам и украинцам устроить лучшее путешествие в жизни, посещая 10 самых безопасных городов мира с помощью новых паспортов с безвизовым доступом. Давайте узнаем, как это сделать. Концепция гражданства за инвестиции предполагает предоставление физическим лицам права оформлять вторые паспорта себе, а также своим доверенным родственникам и иждивенцам, инвестируя в принимающую страну. Желающих оформить гражданство за инвестиции в 2018 году, как полагают эксперты, должно стать еще больше ввиду сохранения и усиления многочисленных конфликтов и кризисов, подпитывающих индустрию услуг по оформлению вторых паспортов. Одним из главных доводов в пользу того, чтобы оформить гражданство за инвестиции для состоятельных русских, украинцев и белорусов, традиционно выступает стремление расширить свои возможности для безвизовых путешествий по миру. Паспорт с большим количеством безвизовых стран существенно упрощает отдых за рубежом и выстраивание бизнеса на международном уровне, а также позволяет в непредвиденных негативных ситуациях быстро покидать историческую родину. Очевидно, что в случае такого экстренного отъезда, равно как и обычного путешествия, обладатели множественного гражданства хотят отправиться в наиболее спокойную страну и самый безопасный город. На самом деле, любой здравомыслящий путешественник и экспат стремится найти безопасное место для постоянного проживания, работы или отдыха, чтобы проводить там значительное количество времени или использовать в качестве спокойной гавани, возвращаясь туда после путешествий по менее безопасным регионам. Поиск такого места особенно актуален для женщин, которые нередко сталкиваются с проблемами в области безопасности во время сольных поездок. Нравится нам это или нет, но женщины-путешественницы часто сталкиваются с проблемами, которые неведомы мужчинам. При этом существует множество заблуждений о местах, которые якобы небезопасны. Например, среди жителей США бытует мнение о том, что Юго-Восточная Азия и азиатские страны в целом крайне небезопасны. Но в реальности они одни из самых безопасных мест в мире. Есть ряд исследований, авторы которых преследуют своей целью определить самые безопасные города в мире. Одним из самых комплексных является Nomad Quality of Life Index. С недавнего времени этот индекс, отражающий качество жизни в разных регионах, странах и городах, охватывает, помимо прочего, и уровень преступности. Соответствующие данные для анализа берутся на авторитетном независимом статистическом ресурсе NIMBEO, а также из рейтинга NIMBEO Crime Index и результатов ряда других исследований, включая опросы института Гэллопа.
Предлагаем вашему вниманию самые безопасные города мира по версии составителей свежего рейтинга Nomad Quality of Life Index, а также информацию о том, как поселиться в соответствующем городе, предварительно оформив гражданство за инвестиции в 2018 году. Гражданство и инвестиции в 2018 и жизнь в Дубае. 92,41 балла по рейтингу Nomad Quality of Life Index. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, занимает 10 место в списке и является одним из самых безопасных городов на Ближнем Востоке. Все благодаря предельно низкому уровню преступности, установление которого является следствием применения очень суровых законов. Вероятно, вы никогда не считали Дубай одним из самых безопасных мест для туристов, местных жителей и экспатов. Но если учесть низкий уровень преступности по индексу Nimbeo Crime Index 19,5, этот город по праву занимает 10 место в рейтинге самых безопасных в мире. Его общий балл в рейтинге Nomad Quality of Life Index составил 92,41, и что позволило Дубаю стать одним из всего лишь двух городов Ближнего Востока в первой десятке. Пожить некоторое время в Дубае можно по мальтийскому паспорту, гарантирующему безвиз при поездках в ОАЭ и многие другие преимущества. На самом деле, несмотря на стереотипы касательно отношения к женщинам на Ближнем Востоке, этот город вполне безопасен для женщин-путешественниц. В Дубае даже есть розовые такси, которые управляются только водителями-женщинами, специальная служба такси для женщин в городе. Общественный транспорт также может похвастаться чистотой и безопасностью для представительниц прекрасной половины человечества. Женщинам не нужно носить платок или вуаль в Дубае, но прикрытые плечи, колени и декольте всегда воспринимаются как знак уважения к культурным ценностям региона. Тем не менее, при посещении Дубая вы, вероятно, увидите, как многие женщины-туристы расхаживают в шортах и майках. Хотя этот тип одежды разрешен, но многие экспаты находят ее ношение неуважительным и могут сделать замечание вновь прибывшим. Кроме того, посещение таких районов, как Дейра и Бур-Дубай, по мнению экспертов, следует избегать как женщинам, так и мужчинам. Гражданство за инвестиции 2018 и жизнь в Гонконге. Рейтинг 92,59 балла. С общим рейтингом безопасности 92,59 балла по версии Nomad Quality of the Life Index, островной Гонконг является 9-м в списке самых безопасных городов мира. Виза для этого посещения не требуется обладателям гражданства за инвестиции Гренады. Для тех, кто знаком с этим азиатским центром притяжения для инвесторов, нет ничего удивительного в том, что этот город является одним из самых безопасных в мире. Преступность невероятно низок, инфраструктура и дороги безупречны, а полиция и медицинские службы хорошо подготовлены и работают предельно эффективно. Эти и другие факторы делают Гонконг 9-м самым безопасным городом в мире. Женщины-путешественницы могут воспользоваться множеством безопасных и экологически чистых вариантов передвижения по мегаполису, чтобы лучше узнать этот город и не чувствовать при этом страх даже ночью. А в то же время, как они могут носить практически любую одежду, следует понимать, что Гонконг по-прежнему более консервативен, чем большинство западных городов. Как следствие, во время прогулок по гонконгским улицам, девушки наверняка удостоятся осуждающих взглядов от местных мужчин и женщин, если их одежда будет открывать слишком многие части тела взору посторонних. Как показывает статистика, большинство преступлений в Гонконге являются мелкими, но более серьезные преступления в городе все же случаются, поэтому не забывайте про здравый смысл. Никогда не принимайте приглашения от владельцев магазинов по поводу демонстрации продуктов, хранящихся в задних комнатах или наверху. Это может быть красным флагом, сигнализирующим, что здесь может происходить что-то опасное. Если вам удастся избежать мелких преступников, Гонконг – это фантастическое место, чтобы окунуться в азиатскую культуру. Благодаря британскому наследию многие жители говорят по-английски. Все дорожные знаки и вывески также выполнены на английском языке. Это делает данное место легким для изучения городом для англоговорящих туристов. Для каждого путешественника в Гонконге всегда найдется несколько фантастических мест для изучения. Гражданство за инвестиции 2018 и жизнь в Тбилиси. 93,48 балла. При посещении Тбилиси, Грузия, второй паспорт Гренады также пригодится, поскольку этот документ позволяет посещать данную страну по электронной визе. В то же время, при желании иностранцы могут оформить резидентство за инвестиции в Грузии и проводить в данной стране в целом и городе Тбилиси, в частности, хоть целый год. Чрезвычайно низкий уровень преступности, 17,25 балла по версии составителя Nimbeo Crime Index, делает Тбилиси очень безопасным местом для любого путешественника или экспата. Вы можете забыть кошелек с наличными на сумму в несколько тысяч долларов на столе в ресторане в старом городе Тбилиси, покинуть заведение, через час обнаружить пропажу и начать думать о худшем, но вернувшись, получить свои деньги обратно сразу же.
И благодарить за это нужно будет не только удачу. Счастливое возвращение денег будет во многом связано с грузинской культурой и людьми. Преступность в Тбилиси крайне низкая. Это в сочетании с другими факторами позволило городу получить 93,48 балла в рейтинге Nomad Quality of the Life Index. Фактически, согласно результатам опроса Института Гэллопа, американская организация, специализирующаяся на изучении общественного мнения, граждане Грузии чувствуют себя безопаснее, чем кто-либо еще в мире, особенно когда речь идет о прогулке ночью. Опрос Института Гэллопа показал, что 90% грузинских женщин и 93% мужчин чувствуют себя в безопасности, двигаясь по тбилисским улицам в одиночестве после наступления темноты, по сравнению с 62% женщин в США и Великобритании. Физическая безопасность, особенно после наступления темноты, является четким показателем общей безопасности для одиноких путешественников. Гражданство за инвестиции 2018 и жизнь в Лиссабоне. 93,7 балла. Столица Португалии остается не только привлекательным местом для любого уважающего себя путешественника из-за солнечной погоды, великолепной архитектуры и культуры, но и одним из самых безопасных мест в мире. Практически во всех женских журналах и статьях в интернете для соло-путешествий содержатся рекомендации по крайней мере один раз посетить Лиссабон, который позиционировался как идеальный город для одиноких женщин-путешественниц. Имея общий балл 93,7 в рейтинге безопасности Nomad Quality of Life Index, этот город действительно лучше подходит женщинам, чем мужчинам. Упомянутый выше опрос Института Гэллопа показал, что только 72% населения португальской столицы чувствует себя в безопасности во время ночных прогулок, по сравнению с более чем 90% населения столицы Грузии. Но загвоздка в том, что ночью мужчины подвергаются большему риску нападений и насильственных преступлений, чем женщины. И это портит статистику. В целом в Португалии уровень убийств составляет всего 1 на 100 тысяч человек. Все это делает страну относительно безопасной для путешественников, особенно для женщин. В столице Португалии безопасно и легко передвигаться, независимо от того, ходите вы пешком или пользуетесь системой общественного транспорта. Большинство людей говорят по-английски, что помогает при навигации по всем прекрасным достопримечательностям Лиссабона. Единственное, чего следует действительно остерегаться, это воры-карманники. Их не так уж и много на улицах Лиссабона, но таких воров полно в трамваях, а также в местах, где много туристов. По паспорту Мальты или Гренады, оформив гражданство за инвестиции в этих странах в 2018 году, можно свободно въезжать в Португалию и жить в Лиссабоне, забыв об обременительных визовых формальностях. При этом, при желании, вы также сможете оформить резидентство в Португалии через инвестиции, купив себе жилье в этом безопасном городе. Гражданство за инвестиции 2018 и жизнь в Праге. 95,13 балла. Если забыть про карманников, наличие которых на самом деле является самой распространенной опасностью для путешественников, независимо от посещаемого региона, во время визита в Прагу, Чехия, вы сможете на личном опыте убедиться в том, что это одно из самых безопасных мест не только в Европе, но и в мире. Попасть туда можно как по мальтийскому или гренадскому паспорту, так и оформив чешскую инвесторскую визу. Прага является одним из самых посещаемых городов Восточной Европы, а также магнитом для предпринимателей и инвесторов из государств постсоветского пространства, ввиду наличия культурной общности между их родными странами и Чехией. Это также один из самых безопасных вариантов для одиноких путешественников. Огромный восторг от невероятной архитектуры, ярких предметов искусства и музыки им гарантирован. По городу безопасно ходить ночью, и вы не обнаружите каких-либо подозрительных персонажей в здешних переулках. Самые большие опасности, которые можно встретить, это воры-карманники возле киосков в городском центре и других туристических зонах с высоким уровнем концентрации людей, а также грабительские обменные курсы при попытке обмена наличных у валютчика. Держите свои ценные вещи близко и в труднодоступном месте. Будьте бдительны, но старайтесь не выделяться из толпы. Также держитесь подальше от стрип-клубов, казино и любого человека, который предлагает купить незаконные продукты, например, наркотические вещества. Опять же, здравый смысл позволит вам избавить себя от большинства неприятностей в любом месте. Гражданство за инвестиции 2018 и жизнь в Токио 97,14 баллов. Согласно официальной статистике властей Токио, уровень убийств в японском мегаполисе составляет 0,3 на 100 тысяч человек. В рейтинге Numbeo Crime Index по уровню преступности данный город получил всего 19,38 балла. Это позволило японской столице оказаться на 5 месте в соответствующем списке Nomad Quality of Life Index. Безвизовый режим при поездках в Японию доступен новоиспеченным киприотам, оформившим гражданство за инвестиции. Причем такой безвиз охватывает сразу 90-дневный период, позволяя вдоволь насладиться путешествием по азиатской стране и жизнью на ее территории.
Япония давно известна как место, где вы можете оставить свой кошелек, телефон или ноутбук на скамейке в парке и не испытывать проблем с возвращением этих вещей. И Токио в полной мере соответствует такой репутации Японии. Эта страна, безусловно, безопасна для женщин-путешественниц. Но также широко распространено мнение, что статистика о преступлениях против женщин серьезно занижена в азиатской стране, о чем следует помнить. Иностранные женщины могут услышать в свой адрес некоторые словесные оскорбления или неудобные вопросы, а также стать объектом домогательств, опять же на словах, но физические нападения крайне редки. Было несколько случаев, когда жертвами злоумышленников становились пьяные женщины, а также сообщения о том, что мужчины распускают руки в поездах в Токио. Последняя проблема получила достаточно широкий общественный резонанс, поэтому многие линии теперь предлагают в час пик женские вагоны, расположенные в конце поезда и маркируемые специальными знаками на английском и японском языках. Гражданство за инвестиции 2018 и жизнь в Тайбэе 98,29 балла. Тайбэй знаменит не только своими небоскребами и головными офисами многих высокотехнологических компаний. Столица Тайваня также находится на втором месте в списке самых безопасных городов Азии и на четвертой строчке рейтинга самых безопасных городов в мире по версии Nomad Quality of Life Index. А с недавнего времени безвизовые поездки в Тайвань и его столицу Тайбэй доступны обладателям гражданства за инвестиции Сент-Китс и Невиса. Этот город в восточной части Азии, привлекающий многочисленных иммигрантов и туристов, настоящий плавильный котел культур. Там можно повстречать людей, исповедующих практически все возможные религии и придерживающихся самых разнообразных культурных традиций. И несмотря на это, преступность в городе находится на низкой отметке – 17,38 балла по версии Numeo Crime Index. Ходить по городу ночью безопасно из-за хорошо освещенных улиц и дружелюбных людей. Как и в Японии, существуют зоны ожидания – вагоны и такси для женщин-пассажиров. Местные правоохранительные органы чрезвычайно внимательны и придут на помощь любому, кто оказался в сложной ситуации, будь то местный житель или иностранец. В стране очень мало насильственных преступлений, а насилие с применением оружия почти не существует. На самом деле, самыми большими опасностями на Тайване являются погода и водители, поскольку это тропический остров, и жители сталкиваются с высоким риском заражения опасными болезнями, потребления загрязненной воды и тайфунов. Водители представляют собой более постоянную угрозу. Многие люди используют скутеры и мотоциклы, на которых они ездят по тротуарам и переулкам, поэтому всегда следите за обстановкой вокруг себя, чтобы избежать несчастного случая. Существует вероятность воровства у вас кошелька или ценных вещей, если вы в одиночку посещаете массажные салоны и ночные клубы. Избегайте визитов в такие заведения. Это позволит свести к минимуму вероятность возникновения сколь-нибудь серьезных угроз для вашей безопасности. Гражданство за инвестиции 2018 и жизнь в Сингапуре 98,51 балла. Сингапур, который официально считается самым безопасным городом в Азии, постоянно притягивает к себе предпринимателей и экспатов. Учитывая строгость в части соблюдения законов и компетентность местных правоохранительных органов, наиболее реальная проблема, о которой вы должны беспокоиться, заключается в том, чтобы избежать нарушения закона. При этом посетить Сингапур без оформления визы и достаточно долго прожить в этой азиатской стране можно по паспортам памятных выше Гренады, Сент-Китс, Мальты и Кипра. Показатели преступности в Сингапуре низки почти во всех районах. Многие женщины-экспаты, живущие и путешествующие по стране, чувствуют себя в безопасности, гуляя в одиночестве за полночь или еще позже. Такие насильственные преступления, как убийство, бандитизм и насилие, связанные с кражей, а также уличные домогательства и сексуальные посягательства, в основном отсутствуют. Крупнейшими преступлениями, вызывающими озабоченность в городе и государстве, является киберпреступность и мошенничество с кредитными картами. Мелкая преступность по-прежнему существует, но большинство экспатов не сталкивались с какими-либо преступлениями в стране, а те, кто сообщал об этом, получали быструю и эффективную помощь со стороны полиции Сингапура. Неудивительно, что Сингапур быстро завоевал репутацию одного из самых безопасных городов в мире. Реальная проблема, с которой вы можете столкнуться в Сингапуре, заключается в необходимости всеми правдами и неправдами не нарушать закон. Показатели преступности настолько низки, потому что власти Сингапура очень строги в отношении преступлений и еще более строги в отношении соблюдения закона. За незначительное преступление в виде выброшенной жевательной резинки или еды в системах общественного транспорта может заработать большие штрафы. Вас даже могут посадить в тюрьму за нарушение правил дорожного движения. Употребление наркотиков – это тяжкое преступление, и даже курение в общественных местах может привести к неприятностям. Иностранцы не получают никакого снисхождения в этом отношении. Поэтому, если вы планируете посетить Сингапур, обязательно соблюдайте законы. Гражданство за инвестиции 2018 – жизнь в Мюнхене 98,73 балла.
Мюнхен, Германия, официально признан самым безопасным местом в Европе и вторым в мире по версии Nomad Quality of Life Index. Недавний опрос института Гэллопа показал, что примерно 75% жителей этого города чувствуют себя ночью в Мюнхене в безопасности, прогуливаясь в одиночку. Риск оказаться жертвой карманников в Мюнхене выше, чем вероятность нанесения вреда здоровью или имуществу в результате других видов преступлений. Но если вам удастся избежать главного вокзала после наступления темноты, считайте, что вы уже предотвратили большинство проблем. Закон разрешает распитие спиртного на улице, поэтому есть вероятность того, что женщины-путешественницы могут услышать словесное домогательство, особенно если они любят отправляться на прогулку после наступления темноты. Посещать территорию Германии и находиться в этой стране в течение 90 дней без лишних формальностей позволит своему владельцу неоднократно упоминавшийся выше гренландский паспорт. Этот же документ открывает безвизовый доступ и ко многим другим популярным туристическим направлениям. Гражданство за инвестиции 2018 и жизнь в Дохе. 100 баллов. Маленький ближневосточный город Доха, Катар, официально признан самым безопасным местом в мире. В свежем рейтинге уровня безопасности Nambeo Crime Index, и это место получило всего 15,87 баллов, заняв благодаря этому первое место в списке Nomad Quality of Life Index с отличным счетом в 100 баллов. Идеальная оценка не означает, что в Дохе нет преступности или что это идеальное место для женщин-путешественниц. Вербальные домогательства и оскорбления являются там обычным явлением. Это может быть, к примеру, свист, когда девушка проходит мимо. Но на самом деле ничего опасного для жизни в подобном хулиганстве нет. Женщины не должны бояться путешествовать в эту маленькую ближневосточную страну. Власти Катара предприняли монументальные усилия, чтобы занять высокое место на мировой арене, организовав множество международных культурных и спортивных событий. Страна также получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Все это способствует постоянному наращиванию катарцами усилий по поддержанию безупречно чистой репутации. Во время поездки в Катар вам пригодится мальтийский паспорт, обладание которым допускает оформление визы по прибытии, охватывающей месячный период. Этого времени будет предостаточно для первоначального ознакомления со страной назначения. Как и в любой ближневосточной стране, здесь применяются те же правила, касающиеся женских плеч, колен и декольте, что и в Дубае. Если решите побывать в этом месте, рекомендую принять некоторые меры предосторожности при вождении и езде на такси из-за водителей лихачей в городе. Большинство жителей говорит по-английски, поэтому англоговорящим туристам и экспатам будет очень легко общаться с ними. Тот факт, что Катар занимает первое место, это еще одна причина, чтобы игнорировать эффект CNN и перестать полагать, что Ближний Восток автоматически означает насилие и репрессии для всех, кто посетит этот регион. Катар, в частности, стремится привести Ближний Восток к социальному развитию и изменениям, поэтому если вы ищете перспективное место на Ближнем Востоке, где можно изучить культуру региона, Доха может стать идеальным вариантом для ваших сольных приключений. Коллеги, в общем-то, это такая информация к сведению, да, у кого уже как бы есть финансы, но у кого еще нет, как раз это стимул для достижения этого уровня, чтобы можно было дорасти до такого уровня, что можно свободно перемещаться по миру, имея 2-3 паспорта, которые, в общем-то, сейчас это, не сказать, что это незаконно, это, в общем-то, нормально. Это нормально для любого инвестора, для любого человека, который более-менее чего-то достиг в жизни, поэтому я вам всем, кто достиг жизни, я вас поздравляю, ребят, вы как бы действительно уже можете спокойно ездить куда захотите и пребывать там, где захотите. Для тех, кто еще не достиг, я вам желаю обязательно этого достичь, чтобы вы этого достигли и смогли спокойно тоже, в общем-то, выбирать любое место жительства, которое вы хотите, наиболее безопасное для вас, независимо от политических каких-то условий, от государств, от политиков, от чиновников и так далее. Вот. Ну, а те, кто участвует с нами в квесте, пишите код 2244 мне в Telegram и получайте за это вознаграждение. Все, всем спасибо, до встречи в следующих эфирах и подкастах. Пока.